Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Бесплатные игры». Итак, этот выпуск и последующие выпуски мы уже будем продолжать проходить, к сожалению, новые другие игры, смотреть, первый взгляд делать, возможно, проходить. Не Dream Watcher, короче. Dream Watcher, к нашему сожалению, я сегодня записывал выпуск по нему, и там чем дальше, тем оптимизация просто ужас. Там слайд-шоу, там даже просто играть невозможно. Просто картинка слайд-шоу. Просто как вот скриншоты вот сложили, вот так вот, все дергается, как робот, знаешь, вот так вот. Вот. К сожалению, мы пока ее оставим на светлое будущее. Возможно, когда-нибудь там разрабы выпустят какое-то обновление какое-нибудь и оптимизацию поправят. Вот. Игрушка там прикольная, но, к сожалению, увы и ах. Ну, а этот выпуск мы посвятим игре Кейс Ковач. Агент 228. Это, короче, спин-офф какой-то игры Nosebound. Вот. Я не знаю, что за игра Nosebound, и не знаю, что это за спин-офф, короче. Судя по всему, мы будем играть вот за эту тетку в очках с родинкой. Вот. Такая прям зловещая, знаешь, похожая на какую-то злую, знаешь, такую училку злую. Вот. Этого литературы. Или нет, математичку. Математичку на математичку похоже, да. Вот. Ну, с вас лайк и погнали. Игра в черный квадрат просто. Квадрат Малевича. Какой-нибудь ролик бы вставили. Что это? О, окей, нам дали поуправлять. Окей. Мы в какой-то комнате. Тряпки валяются, куча багажа, куча тут чемоданов. Куда-то тетка наша собиралась. Че так медленно ходит-то? Бегать, прыгать мы не можем, мы можем только вот осматриваться. Нихера себе лампа. Как летающая тарелка, знаешь. Окей. Так, ну давай осматриваться. Дверь. Отель. Это номер отеля получается, да? Дверь отель, но мы выйти не можем. Выйти мы не можем. Окей, у нас есть инвентарь, но в нем пусто. Хорошо. Так, давай смотреть. Здесь лежит файл, досье какое-то. Ложка, вилка, пластмассовая, сэндвич или просто тостовый хлеб. Две помидорки, что ли, либо это яблоки, не знаю. И стаканчик, судя по всему, тоже пластмассовый. Там без воды, без ничего. Окей. Зеркало. Тоже ничего не делается, окей, с зеркалом. Тряпка. Тоже ничего. Что там написано? Что-то... Ладно. Там, судя по всему, ночь, да? Ладно. Давай досье посмотрим. Здесь вроде как можно досье посмотреть. Так, а как мы взаимодействуем? А, во. Взаимодействовать как? Так, я могу приближать. О, как я могу приближать? Что там, медикал? Что-то про больницу. О. Досьешка, окей. Ковач Элизабетта, окей. Она реально стрёмная. Смотри, она реально... Она длинная. Да, какая-то длинная. Либо это...
пальто так подчеркивает вот эту вот длину, вот эту вот жесть. И у нее, походу, татуировка на ноге. Или это какая-то грязь. Видишь? Подвигать я не могу. У нее палочка, смотри, или что-то, сигарета. Так. А, и все? Это все досье? Ладно, уйдет. Что-то громко как. Do not listen to her. She never liked you. You're meant for great things. Find Raymond. Смотри, стены. Поменялись стены. Поменялся дизайн комнаты немножко. Стены стали из матраса. Окей. Из матраса стены. Так, а что мне на... Mirror, что-то с зеркалом. Что-то нужно сделать с зеркалом, короче. Судя по всему, зеркало грязное. Да выйди ты из инвентаря-то. Так, судя по всему, зеркало грязное. Я так предполагаю, что нужно... Да, вот тряпочку мы берем. Кусок. Это либо кусок семейников, либо клетчатой рубашки. Так, ладно. Надо, наверное, почистить зеркало. Так. Поплевать на эту, на тряпку и протереть. Окей. Что-то не... Чего? I can't seal myself. Типа она говорит, это я типа вот это Ковач, или я типа это Элизабет. Короче, да? Я так понял. Она увидела отражение. А как отсюда выйти? Она увидела, короче, отражение самой себя, и она, оказывается, вот эта вот женщина, про которую досье. Смотри, здесь стены тоже поменяли. Знаешь, чем-то похоже на стены психиатрической палаты. Знаешь, да, эти белые, вот эти мягкие стены. Окей. Так, а что дальше? Появился, короче, смотри, толчок. Можно на коленках посидеть. Толчок как будто из пенопласта. Ну, само собой, чтоб, знаешь, это... Больной псих, больной пациент случайно не ударился, знаешь, головой об твердый толчок, его сделали из пенопласта. Окей. Так, а что делать-то теперь? Окна я могу открыть? Ну, я не могу открыть. Там луна, что ли, да? Смотри, там даже как будто тучи двигаются. Так, ладно. Что теперь делать? Кто-то кашляет. Там рот прикрывай, пожалуйста. Еще не хватало заразиться. Или маску одень, маску. Так, смотри, здесь... Что это, вилка? Допустим. Блядь, так громко это. Так громко. Don't listen to her. Get out of here. Find the detective. Find Hammond. Ray Hammond.
Типа говорит, найди какого-то детектива. Вот кто кашлял. Не могу я присесть-то. Смотри, она, короче, я так понял. Да, это, короче, палата. А это, короче, типа охранник, наверное, палаты. Так, я могу... Наверное, ключи, наверное, могу взять. Да, я могу взять ключи. Так. Это, наверное, охранник палаты. Или санитар. Она проткнула, наверное, вот этой вот вилкой. Вот эта вилка ему ногу, короче. Не знаю, как она связала, откуда веревку взяла. Вот. Понятно. Смотри, кровать, да? Как на таком можно спать? Жесть. Просто жесть. Еще какие-то пятна крови, смотри. Охренеть. Так, ну у нас есть ключ. А вилка-то зачем? Вилка. Вилка это, наверное, оружие для самообороны. Так, ладно. У нас есть ключ. Ух ты ж мать. Свет в конце тоннеля. Так, ну в принципе... А, смотри, здесь решетки. Ну полностью, да, это... лампочка такая, смотри, появилась. Это полностью, да, это палата. Просто палата. Ну, пойдем на свет. А, и все? И все? Thank you for playing. Ну, в принципе, вот и все. Ну, это спин-офф, короче. Надо будет погуглить, так сказать, в стиме про игру Nosebound, короче. Посмотреть, что это, про что это и как это. Вот. Но, не знаю, как сказать. Просто побег получается из психиатрической лечебницы. Ну, не лечебницы, из палаты, да? Так сказать. Вот. Но в общем целом ничего не понятно, но интересно. Как бы так сказать. Вот. И непонятно, для чего нам вилка. Скорее всего, в оригинальной игре мы будем обороняться там вилкой. Вот. Это наше будет основное оружие боя. Все. На этом. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.